Во вторник в Самарской области ясно и малооблачно. Местами пройдет небольшой дождь. Плюс 26, плюс 28 днем. Ночью 17-19 выше 0. Ветер северо-восточный, скорость 2-4 метра в секунду. В Сызрани ясное небо, днем плюс 27, ночью плюс 18, северо-восточный ветер, скорость 4 метра в секунду. В Тольятти безоблачно, днем плюс 27, ночью плюс 19 градусов, ветер северо-восточный 3 метра в секунду. В Самаре ясно и без осадков, плюс 26 градусов в дневное время, ночью плюс 18, ветер северо-восточный 3 метра в секунду, атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха 37%, геомагнитное поле слабо возмущенное, температура воды в реке Волга 22-23 градуса. Прогноз погоды предоставлен погодным порталом kismeteo.ru.